после войны в 1946 году он опять стал государственным заповедником. Площадь заповедника составляет 12 тысяч квадратных километров. На территории заповедника проживают из краснокнижных животных. Это как снежный барс, ну, по-алтайскому он называется ирбис. Ну и также кабарга, это маленький олень, только с клыками, у которого ценится пух, из которой, ну, для лекарства, одним словом, делают, да. Также на территории заповедника из краснокнижных растений больше, ну, большое прорастает это золотой корень, моралий корень. Ну а также можно, если в апреле, значит, в конце апреля приехать, в начале мая, увидеть цветение моральника, как цветет красного цвета. Получается также в годы войны, во время войны, получается, вот эти склоны были все срезаны. Сейчас тут получается...